Добрый вечер, дорогие друзья. Начинается полуфинальная серия матчей плей-офф чемпионата России женской волейбольной суперлиги. Блок Локомотива, конечно, очень слаженный, очень хороший. Ничем не уступает москвичкам первым двум блокированием. Но вот пока команды зарабатывают очки на блоке. И первое очко в атаке приносит Эбрар Каракур. Набирает огромное количество очков. Эбрар несет нагрузку в атаке неимоверную и обладает прекрасной подачей в прыжке, а то и планирующей в прыжке, которая не хуже силовой подачи в прыжке. Татьяна Толок. Очередная контратака Локомотива. Очень сложно принимать подачу Мины Попович московскому «Динамо». А тут еще и в атаке нет результата. Снова Капустина. И сильнейший удар диагональ защищалась Татьяна Толок в четвертой зоне. Но Наталья Гончарова. Три нападающих у Локомотива. Это значит, что, конечно, при хорошей доводке Филистинская будет пасовать Бровкин. У москвичек слишком много ошибок. И эти ошибки все в атаке. Фактически давление оказывает Локомотив на принимающих московского «Динамо». Сами же атакуют намного эффективнее. И вот сейчас, пусть не с первого раза, но все же Ирине Капустиной удается отыграть подачу для московского «Динамо». И даже уже сейчас Каракурт на подаче. И это тот планер, который еще сложнее принять, чем подачу в прыжке. А московская «Динамо» вроде бы мяч-то достали и даже пытались организовать атаку, но Капустина не решилась бить. В отличие от Татьяны Толок, задней линии с тройным блоком. Татьяна забивает очень смело. Передача Каракурт, и разрозненный блок сейчас у московского «Динамо» был. Довольно быструю передачу получила Эбрар и, конечно, расстреляла. Капустина принимает. Доводка смещена к четвертой зоне. Но Гончарова это не помешало против организованного блока, стабильно стоящего против нее. Снова подача в Толок. И игра первым темпом, потому что, конечно, очень сильно упрощена была эта подача московского «Динамо». Длинная передача для Каракур, четвертую зону скидывает. И скидывает также Ирина Капустина в контратаке. Снова передача и снова скидка Каракур. А Капустина бьет, на этот раз увидела, как ей можно развернуться, какую точку площадки Локомотива нащупать. Эбрар Каракурт. Мощная атака. И опять Каракурт, задней линии, скидка. Ну да, слишком далеко тянулась в защиту Анна Подкопаева. Перелет на сторону московского «Динамо». Быстрая передача Капустиной. Ну, там ее ждали и блокируют Ирину. Ключевой момент сейчас в первой партии. Очень хорошее преимущество Локомотива в счете. А московскому «Динамо» сложно отыгрывать подачу. Но Наталья Гончарова все-таки после перерыва делает это сразу. С первого раза. Все-таки завершению первой партии в свою пользу. Гончарова атакует по диагонали. Передача Толок. Та двумя руками скидывает. А контратака московского «Динамо» в исполнении Натальи Перейры упирается в тройной блок Локомотива. И 23-е очко. Сорванный прием. Издалека атакует Каракурт. Смягчение на блоке. И снова передача Капустина. Надо бороться. Ирина в диагональ. Обводит как блок, так и вышибает сейчас Викторию. Каракурт из четвертой зоны, как будто бы на голой сетке сейчас эта атака Эврар проходит.
усиливает подачу Капустина. Простой мяч у московского «Динамо». И бьет Гончарова, сравнивая счет 24-24 в первой партии этого Парбиц в атаке. Диагонально этот раз поражает площадку московского «Динамо». Роняет Бровкина, оперирует. «Динамо» без атаки. Парубец бьет. Есть защита. И опять «Динамовки» борются за мяч. И не будет атаковать Парубец. Перейра. Парубец. Как уж постаралась Наталья. И снова Парубец. Как разошлась Ксения. Не успевает сейчас Пушина помочь Старцевой. И очередной сетбол «Локомотива». Опять передача Каракурта. На этот раз пробивает она как раз между руками Перейры и Пушиной. Проходит мяч. Два нападающих на линии, на передней линии у «Локомотива». Подача втолок. И, конечно, ясно уже любому, вообще слепому абсолютно человеку, не понимающему ничего в волейболе, кто будет атаковать. И Брар Каракурт, не знаю, разнервничалась, разволновалась. Вот сейчас насупила бровки, но... Бьет в аут. Конечно, «Локомотив» будет уточнять, действительно ли эта атака пришлась за пределы площадки московского «Динамо». Но Евгений Макшанов фиксирует победу московского «Динамо» в первой партии первого полуфинального матча. Сложнейшая подача от Татьяны Толок. И снова с высокой передачей, далеко отведенный мяч от сетки, атаковала Ирина Капустина. Но и у «Локомотива» атака не сложилась. Гончаровый мяч на сетку. Скидка за блок. Трофименко готова. Накат Парубец. И опять Капустиной. Тоже накатывает Ирина. Ну, дождались. Теперь будет атаковать Каракуртка. Снова на чистой сетке. Не поставь Наталья Гончарова руки, так... И, конечно, универсальное средство, к которому прибегает всегда «Локомотив», и Ирина Филиштинская использует эту зону вот тех удачных действий, сократила отставание в счете. И теперь Ксения Парубец, конечно, пробивает. Уже невозможно все время так хорошо ставить блок. Сама подает. Гончарова в атаке. Быстрая передача последовала Наталье, и она этой возможностью пользуется. Тулок давно не видно было в атаке, и Татьяна прекрасно атакует. Будет продолжать подавать. После тайм-аута всегда напряжение выше. И, конечно, тот вариант, о котором я уже говорила и назвала его беспроигрышным, таков он и есть. Капустина бьет диагонально, и касание сетки фиксирует второй арбитр Сергей Артамонов. Снова сложная подача Каракурт. Тут немного издалека Евдокимова. Но очень хладнокровно. Толок освободила Костючек от приема, чтобы Вера смогла спокойно атаковать, что она и сделала. Но отбились от первого мяча москвички. Второй мяч заблокировали. И теперь будут атаковать сами Капустина задней линии. Победа в этом розыгрыше. Отведенная передача для Ксении Парубец. С трех метров Ксения атаковала. И доигровка московского «Динамо», на которой блок «Локомотива», тоже как-то совсем не успел. Лишь бы только, вот, конечно, не шли они конвейером ни у одной из противоборствующих сегодня команд. А «Локомотив»
зарабатывает очко превосходным образом. Татьяна смогла так ударить близко к сетке в такую диагональ. Она, конечно, выбрала очень-очень резкую. Отбивается Локомотив в контратаке, не сделав ее, но сохранив мяч. А московская «Динамо» возвращает себе подачу против Капустина. И Бровкина на этот раз снова сильнее на блоке. Капустина неудобно, скидка. Передача толок ужасна. Ну и защита московского «Динамо» не справилась. А на сетке снова Бровкина обыгрывает Пушину. Очень близки друг к другу в счете. Локомотив продолжает додавливать московское «Динамо», которое вроде бы завладело серьезным преимуществом. 4 очка. Теперь их только 2 на своей подаче. Ну, главное, что Наталья Гончарова после тайм-аута Толок бьет высоко по шестой зоне. Готовится подавать в Перейру. Евгения Старцева уцепила внимание блокирующих Локомотива. Подача Ирина Капустина. Аккуратно в прыжке. Ксения Парубец, скидка, как ловко. И Гончарова поспевает. Вторая атака Парубец. И блок Евгения Старцева. Замечательно. Как правильно и надежно действовала Евгения вот в этих последних эпизодах. И действительно, знаменитая связующая, чемпионка мира, связующая сборной России. Трофименко помогала принимать толок, освободив ее. Сейчас Виктория еще и в защите пыталась достать скидку Гончаровой. Но резко это было. И пришлось бежать Виктории последних. И ясно, что что-нибудь да сейчас произойдет. И, конечно, вот эта атака Татьяны Толок, которая проходит снова без касания блока. Каракурт прямо по линии. Достает скидку у Евдокимовой Филиштинская. А Татьяна Толок пробивает блок московского «Динамо» и набирает очко. Подача Гончаровой. Бровкина, да, незаменимый вариант. Но Старцева готова была в защите. А компенсирует не совсем удачную атаку Бровкина. 5-7. Наталья Гончарова. Да, вот теперь эта атака Бровкина сработала, несмотря на готовность двойного блока со стороны московского «Динамо». Мина Попович, тоже давно не видели мы ее в атаке. Единственная возможность была посылать для Филиштинской только Парубец. Ксения атаковала мощно, но москвички смогли организовать контратаку, а Гончарова ее забивает. И 14-8. Довольно комфортное преимущество в середине партии у московского «Динамо». И Татьяна Толок, да, хоть и была неразбериха, и сложно было пасовать Филиштинской. Очень низкая передача Пушиной. Одна из первых, пожалуй, но Евгения Старцева сама в защите играет и дает возможность команде атаковать снова, но не выходит. Смягчают Толок и Подкопаева доверяет мяч Гончаровой. А та сегодня атакует очень хорошо, эффективно. И тоже очень внимательно, сосредоточенно ведет себя всю игру. Вот Ксения Парубец, настоящий капитан. При всех сложных условиях и положениях она задней линии атакует в третьей партии. Но еще рано говорить о победе.
И вот матчбол. 24-е очко забивает Наталья Гончарова. В счете огромен. И 25-12. С таким счетом Екатерина Евдокимова оформляет победу московского «Динамо» в третьей партии первого полуфинального матча серии плей-офф против калининградского «Локомотива». И победа 3-0 московского «Динамо».